Александр Маршал свой первый ВИЭ под названием «Степняки» создал еще в 1972 году, учась в школе номер 5 города Сальска. С тех пор он не расставался с музыкой. Сегодня Александр становится лауреатом премии «Шансон года» за песню «Безумные ночи». Шафрановый вечер, застывший закат, забудут любовь близоруко, и нашу печаль, не считая затрат, обнимет безмолвная тень недотрога. Закат, засыпая сквозь вечер смотря, согреет лучами родную улыбку, и солнце, венчаясь любовью горя, исправит жестокую нашу ошибку. Июньские ночи на спящих прудах, вздыхая, обнимут луну одиноко, и чувства, гадая на желтых бабах, загляну сквозь слезы в глаза без упрека. Хрустальное небо на лунной гряде на руки возьмет Маргариту, и мастер за ней, задыхаясь в огне, попросит у звездного неба защиту. И ты не посмеешь забыть и предать, безумные ночи случайно вернутся. Я буду сквозь память тебя целовать, и чувства былые внезапно проснутся. Заснувших аллей снежинками в воздухе будет кружиться, безумные ночи капризных теней, страдая, заставят любовь возвратиться. Безумные ночи капризных теней, страдая, заставят любовь возвратиться.